Аккуратные стопки елок покрыты сверкающим инеем и в мороз совсем не источают хвойные ароматы. Но одним своим видом уже создают новогоднюю атмосферу. Замерзшие пешеходы не ленятся остановиться и заглянуть на елочный базар. Здесь первые партии деревьев. Ближе к Новому году выбор будет еще больше. 500 штук, пока, как бы сказать, для начала. Сейчас не позволяет погода вести их. Очень холодно, боимся то, что поломается. Интересуются, покупают. На данный момент мы уже немало продали. По всему городу открыто 160 елочных базаров. Тут же к елке можно купить и аксессуары, крестовины, подставки и упаковку. И тут берем елку, вставляем в аппарат. Потом берем засетку и вытаскиваем. Обрезаем и завязываем. К оформлению елочных базаров особые требования. Обязательно должны быть документы на продажу хвойных деревьев и официальная вывеска. Все наши точки будут отличаться тем, что у них будет присутствовать вот такое ограждение. Видя уже присутствие такого вот ограждения, можно понять, что эта точка легальная. Работать базары будут до 4 вечера 31 декабря. Стоимость новогоднего дерева от 200 рублей и выше. Выбрать правильную елку – это целая наука. В первую очередь делаем вот так. Берем дерево и стучим его об землю. Смотрим, сколько иголок осыпалось. Если осыпалось совсем чуть-чуть, елка нормальная, свежая. Если осыпалось много, лучше такую не брать. Следующее – отрываем иголочку, разминаем ее в руках. Должен быть запах свежей хвои. И еще один момент, на который обращаю внимание, это срез ствола. Не должно быть ни плесени, ни черных пятен. Если елка соответствует всем этим параметрам, то смело забираем зеленую красавицу домой и радуемся Новому году. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.